сварщиком стал, потому что у меня дядя сварщик. Он меня и настроил на этот путь. Мне нравится это. Работать можно, зарплаты тоже достойные сейчас, по крайней мере, они повышаются. Каждым разом у нас все больше и больше зарплаты становится. Поначалу просто кажется, что это все сложно, все это. Когда я только начинал учиться, я вообще себе не представлял, как это все будет происходить и как я буду вообще работать. Для меня это как-то было новое что-то. Твердая рука, главное, чтобы не дергалась во время сварки и все. Когда свариваешь эти детали, ты особо-то не замечаешь, а потом, когда выходишь в город и видишь, что это, из чего это все сделано, тогда уже это ощущается, что да, ты творишь. Ты делаешь что-то для города, для других городов. И когда зажигается огонек, там все видно. И как шов ложится, и как детали, где какие свариваем. Это вклад в будущее, допустим. Дети мои будут знать, что я здесь работал и, допустим, строил какие-то мосты. И все это тоже вносил свой вклад в это дело. Профессия всегда нужна. Без профессии в нынешнее время у нас вообще никуда.